с таким вопросом. Наша семья состоит из 4 человек. Я, муж и двое наших сыновей. Младший Миша 5 лет и Костя 9 лет. Вот речь пойдет о старшем, о Костике. Костик родился у нас и раньше срока, и очень стремительно, тяжелые роды были. И это сказалось как-то на нервной системе. Он всегда был такой очень активный. У него отсутствовало чувство страха, он везде лез. Вот он до сих пор такой вот очень... Как говорится, шкура горит на нем. Вот. И, ну, при этом он очень ласковый. Сейчас закончился 3 класс, и этот год был очень стрессовый для нас, потому что ребенок, как говорится, поломался. Он начал хамить, дерзить, обманывать. В школе у него драки, конфликты постоянные, А что это вдруг? С какого двойняшки. момента это у нас? Ой, я даже не могу никак ни с чем это связать, если честно. Вот, Ладно. ну просто вот как-то вот, мне кажется, это такой вот этап взросления. Он очень стал самостоятельный. Вот, тоже вот ему нужны карманные деньги. Вот он стал самостоятельно гулять. В общем, ребенка не нужно знать. Он в третьем И очень... классе. Я правильно понимаю, 9 лет ему? Да, он закончил 3 класс, да. Окей, Очень, и вот четвертый, да? всегда очень много жалоб на него из школы, из кружков, из сада. То есть это становилось такой, вернись еще из садика. Мы со всех кружков убегали, его много чего перепробовали. В общем... Подождите, дружище, секунду, Олеся, это важно. Это произошло последнее время или это еще с садика? Это прям... Но он с садика был такой неудобный ребенок, скажем так. Вот. Но мы всегда были на его стороне, как бы мы Да понимали, что мы правильно делали, еще активные. бы. А что такое Да, мы неудобный? Ну, что он делал восходные. такого в садике? Давайте про садик. Он очень шустрый, он не слышит замечаний, вот он посторонне говорит, он везде лезет, вот такой вот Окей. каждый бой тигатычка. Так. Вот, но в школе конкретно начались проблемы. У нас мальчиковый класс такой, очень много драк, выяснение отношений. И, собственно говоря, вот везде у него проблемы с коммуникациями с детьми. То есть у него бывает там один два друга, и с остальными вот как-то не складывается. Когда я спрашиваю у него, почему была драка, что случилось, он меня обозвал, он там обозвал моих родителей, он там что-то сделал. Причем, я, насколько я понимаю, вот его ребята любят подзадеть, а он дает очень бурную реакцию. И, наверное, вот всем эта реакция интересна и нравится. А Да. в итоге видят, как он реагирует, и он всегда виноват. И у него уже в школе такая слава хулигана, скажем так. Мне уже директор звонила, и таким тоном говорила, вы же понимаете, ваш ребенок такой сложный. А Мы что там... хотел-то, директор? Ой, она все время пытается намекать, как он сложный, как с ним тяжело, и вы должны И что-то сделать. что Вот. именно? Не знаю, что он от нас хочет, Давайте всячески намекает. давайте я вас успокою. Да? Я понимаю, отдаленно, но понимаю, как устроена система образования сегодня в Беларуси. Но директор ваша ничего сделать не может все равно. Если у нее, как у педагога, есть какой-то совет, пусть она его даст, вы ее можете спросить, что вы советуете. Да, но это очень-очень смешно. Это как, знаете, если у вас на работе кто-то не будет справляться и будет жаловаться своим родственникам на кого-то, что что-то не так. В смысле, это ее работа. То есть на эту тему успокойтесь. Там честно, ничего не будет. Ну, такая есть манера советская. Это правда. Это правда. Но давайте по делу, давайте по сути. Да, по делу. Да. Я переживаю за ребенка. То есть, вот, допустим, сейчас он находится в летнем лагере, и как раз сегодня мне позвонил начальник летнего лагеря и сказала, что ведет себя отвратительно, ругается матом, дерется, бросается в бой с кулаками. Вот я ему позвонила, там определенное время не сидеть для звонков, я позвонила, говорю, Костик, что случилось, почему? Он меня обозвал, а он его подговорил, они там против меня. Вот у него всегда есть такая причина, все против меня настроены. Какой вопрос мы задаем? Я хочу задать вопрос, как ему помочь. Во-первых, что делать нам в таких ситуациях? Окей, И отвечаю. он везде как будто виноват, он везде плохой. Вот почему-то так Второй сложилось. раз, второй раз в программе, чего не бывает, да, и даже один раз у меня обычно не бывает. Я отправляю вас к другому специалисту, который называется невролог. Мы ходили, мы эти осенью обследовались полностью. Что Невролог, написали в психолог, бумажке? психотерапевт. Невролог что Записали. написал?
Никаких патологий нету, написала. У него был И нервный тик, правда. Она назначила ему там фенибут, такое вот успокоительное. Вот. И все, как бы. Олесь, хороший невролог это не человек, который скажет все в порядке, а это человек, который скажет, как быть в определенной ситуации. Да, это важно. Тем более, что у него был тик. Ну, там, я не знаю, фенибут, неважно абсолютно. Нужно найти другого, я даю вам честное слово. У нас есть Мы два уже варианта. обходили много неврологов, Надо много еще, значит, надо еще, Олесь. У нас есть с вами два варианта. Вот я опять в открытую, как в том случае, случай другой, поэтому текст будет другой. Да, у нас есть два варианта. Вариант первый, что в него вселился бес. Так бывает? Отлично, да? Отличная семья, все в порядке, все хорошо. Вселился бес. Бес изнутри научил его ругаться матом. Бес изнутри научил его бить в случае чего и так далее. Вариант второй, что ему что-то мешает изнутри. Ему что-то мешает изнутри. Теперь я еще раз, я абсолютно уверен, что у вас чудесная семья. Он почему на самом деле в тот момент, когда его обзывают, выбирает не обозвать или не отойти, а ударить? Вот ваше объяснение, почему? Ну, вообще-то ему когда-то вот папа и дядя сказали, что тоже за себя постоять, типа не давай себя обижать, вот. Но Окей. после этого, да, я с ним много об этом говорила, говорю, отойди, не лезь в конфликт, вот, думай Олесь, про себя, что ты значит, будешь виноват, да. еще раз, у нас есть с вами два варианта. Первый рациональный, второй нерациональный. Да? Значит, в одном варианте у него изнутри что-то происходит. Да, что-то происходит. Вариант второй, он все это делает сознательно. Вот я не понимаю, что происходит. Вот Вроде мы и спросите. разговариваем, или Почему я вас посылаю? разговариваем Я вам скажу, я постоянно. вам скажу. Почему я вас посылаю? Почему я вас посылаю к неврологу, даже если вы у него были? Вы же понимаете, что я могу словами сказать. Вы же понимаете, что мы должны проверить или нет? Нет. Ну, СДВГ мы должны проверить, пожалуйста. Ну, нам не ставили СДВГ, В смысле, но вы на словах. прикалываетесь надо мной? Подождите. Ну, правда. У нас не стоит диагноза СДВГ. А что значит нам Вот. ставили? Кто ставил, куда, что? Но на словах нам сказали, что, ну да, он гиперактивный, но диагноз не ставили. Кто сказал на На... словах, что он гиперактивный? Невролог, невролог, Задушите этого невролог. невролога. Шучу. Никогда к нему не ходите больше. Напишите во Ну. всех чатах, напишите во всех чатах, что это самый непрофессиональный человек, которого вы знаете. Человек не может сказать. Гиперактивность – это очень понятная особенность диагноза, ее некоторые называют. Не может специалист сказать на словах, у него гиперактивность, при этом сказать, я вам ничего не напишу. Либо туда, либо сюда. Я понятия не имею. Я не невролог. Я не психолог. Я не психотерапевт. Я человек, который работает с этими детьми после того, как специалисты определили, что с ними происходит. Теперь, я скажу вам самое вообще честное на свете. Если у него гиперактивность, ему нужна помощь совершенно определенная, которую дают специалисты, я даю вам честное слово. Честное слово. Неврологу сколько лет, извините? Ох, я разойдусь сейчас. Взрослая женщина. Взрослая женщина. Просто в мои годы, вот когда я был маленьким в школе, это называлось распущенность. А потом выяснилось, что нет, это не распущенность, смотрите. Это такие, да, сигналы в коре головного мозга и так далее. Ну. Мы делали ЭЭГ мозга перед школой, еще нам сказали, что там между двумя полушариями недоразвитые связи, но типа это Олеся, нормально это было. неважно, я про это ничего не понимаю. У него есть гиперактивность или нет? Нет, Да не или нет? ставили гиперактивность. Как не Нет, ставили, если нет. вам сказали словами, что есть? Ну, не ставили, мы проходили вот осенью У вас там хвост чей-то. обследование, да, вот, Олесь. и мне сказали, протестировали, сказали, что у него такой темперамент, у него есть чуть-чуть невнимательность, вот, но Это как ровно диагноз не то, поставили. что говорили в совковые времена всем детям, которые не могли владеть собой. Это то, что вы описываете. Поэтому я даю вам совет самый-самый честный на свете. Да, мы идем и ищем нормального врача. Не такого, который на словах говорит одно, а пишет другое. Слушайте, это вопиющая история, которую вы рассказали. Беларусь Вопиющая. сейчас с врачами очень тяжело, потому что Я к знаю, нормальной врачи дружище, уехали. ради такого дела вы найдете способ выехать к нормальным врачам. Нету другого ответа у меня. Я все понимаю.
Все понимаю, но речь идет о конкретной штуке. Теперь, это не СДВГ, чтобы вы понимали, да, если у него есть гиперактивность или нет. Это абсолютно не объясняет и не извиняет то, что он ругается матом, то, что он бьет человека в лицо. Это не связанные вещи. Это же не ненормальность СДВГ. Да, вы понимаете. А если не понимаете, я вам это говорю. Но это определенный синдром, с которым человек должен научиться жить. А для того, чтобы он научился с ним жить, специально обученные люди, которые называются неврологи, да, у них есть очень конкретные советы. Понимаете, какая штука? Не исключено, что он бьет человека в лицо, когда его обзывают, потому что он не может остановиться, не умеет, изнутри не умеет. Вот другому человеку я вам скажу: остановись, Олеся. Вы скажете: окей. Вы мне скажете: Дима, остановись. Я скажу: окей. А Костя не может. Это то, что может быть. Я, конечно, это не утверждаю, я же Костю не знаю. Теперь так. На сложную тему говорим коротко. Да, говорим. Точно? Точно. Костя папу любит? Любит. Если папа учит его быть насильником, он будет насильником. Папа уже сейчас поменял точку зрения, он когда-то говорил, сейчас он другую политику ведет. Мы Пусть ходили к папа, психологу, он поменял свои взгляды. пусть папа скажет Костя, поверьте мне, найдет форму мягкую, чтобы по папе это не ударило. Пусть найдет форму сказать Костя, что он поменял свою точку зрения, и что это круто менять свою точку зрения, честная пионерская. Ладно? Это важный момент. Это не имеет отношения к предыдущему разговору, вы не думайте. Это не... То, что происходит, происходит не потому, что папа его так научил. Спокойно. Да? Косвенно что-то может быть связано. Но это прям важно-приважно. Это будет такой сильный поступок с папиной стороны. И такая модель для Кости, что просто обалдеть. Про лагерь... Хотите два слова поговорить по блату? Да. Тогда про лагерь два слова. Ну, смотрю на часы, ничего страшного. Мы уже так разговариваем, так уже... Значит, смотрите. Ну, вы поедете туда, наверное же, к нему, нет? Да, мы недавно ездили. Поехали. Надо спросить Костю, чего он хочет, на самом деле. Надо спросить Костю, чего он хочет. Что важнее? Да, дать, значит, в табло какому-то человеку, который его обозвал? Или, например, остаться в лагере и так далее. Косте 9 лет, он сообразит. Он может сказать, что он остался бы в лагере, но он не может при этом, да, существовать. И тогда мама Олеся скажет ему: котик мой дорогой, я тебе помогу. Я тебе дам инструменты, как это сделать, когда тебя обзывают. Ну, давайте, Олеся, какие инструменты бывают? Как вместо того, чтобы стукнуть кого-то в лицо, может повести себя Костя? Я его учу просто уходить. Я говорю, у тебя это не Раз. относится. То, что говорят другие Раз. люди, это не относится. Относится. Не, это относится к нему. Это относится. Ну, как ему сказали, ты дурак, например. Ну, как относится. Что делать можно? Можно убежать, да, или уйти. Раз. Еще. Второе сказать, а я так не считаю. Вот. Шикарный, очень сильный ответ, шикарный. Еще. Давайте еще парочку, их там, их десятки, но Речь еще парочку. перевести на юмор. Перевести на юмор какой-то. Да, Понять верно, но ситуацию. на это нужны силы. Да, окей. Да. Хорошо, да. Да, есть четвертое сказать мне неприятно и Советую. попробовать человека остановить. Есть пятое, поговорить с ним отдельно. Есть много-много-много чего. Но для всего для этого нашему замечательному Косте надо научиться в себе чувствовать этот позыв. Да, вот этот вот, когда кулачки сжимаются, например. Да. И в этом смысле мама может ему немножко помочь, а специальный специалист, извините за тавтологию, еще лучше может ему помочь. Ну что? Он-то потом уже раскаивается, конечно. Мы с ним обсуждаем все, и он Да я такой там. уверен, поэтому я и Да. поэтому я на... Вы понимаете же, что я на его стороне, когда я говорю «дети к специалисту». Он раскаивается, я уверен из вашего рассказа, что он сожалеет, он не хочет так себя вести. Он ведет себя так не по собственному выбору, в том-то и дело. Он Поэтому хочет я... быть лидером, да. Он хочет Да быть не хочет он быть лидером. лидером. Каким, ну разве лидером он будет, если он кому-то нос разобьет? Нет, Но нет. он такой вот, чтобы за ней все шли, такой вот эге-гей, а в итоге как-то вот дети от него наоборот отворачиваются. Он себя, Ну, видите, конечно, так ведет если неправильно. их бьют или матом Да. обзывают, конечно, они от него Вот с отворачиваются. матом это Все, вообще один раз. прощаюсь с вами, Спасибо Олеся. Да, большое. давайте, хочу успеть хоть одно сообщение До взять. свидания. Да, пока-пока. Любить нельзя воспитывать.